я начал открывать для себя такие простые вещи, но в то же время для меня это совершенно какая-то иная страница жизни, которую я действительно давно уже не открывал, и это какая-то такая неизведанная сторона, вот этот быт. И для меня это все очень интересно, это все ново. Даже там сделать просто какую-то генеральную уборку. Это у меня уже какое-то целое открытие, целое путешествие. То есть я никогда этим всем не занимался. И мне поэтому я этот период, в принципе, использовал с пользой для того, чтобы ну просто вот побыть на этом месте, побыть просто ну, таким человеком, который живет вот обычной жизнью. У тебя сейчас было 5 лет на сцене, как ты уже чувствуешь этот путь или пролетел как 5 дней? Все равно 5 лет это такой промежуток очень ощутимый, и особенно когда это касается твоей профессиональной карьеры, потому что до этого я был обычным студентом, учился, и о том, чтобы выходить на большую сцену, о том, чтобы зрители пели мои песни, и мои песни игрались на радио, и мои клипы транслировались на каналах в телевизоре, это все было как сон. Ты доволен тем, чего ты достиг? Как считаешь, успел ли ты сделать все, что хотел за это время? Я думаю, да. Я думаю, что мы достаточно... Ну, надо же говорить не только про меня. То есть за любым артистом стоит команда людей. И это и их заслуга в том числе. Я думаю, что да. Сейчас ты испытываешь волнение, выходя на сцену, или уже не особо? Ну, всегда волнуюсь. Это первых несколько секунд, первых 10-15 секунд. Это всегда такое с тобой происходит. Ну, во всяком случае, если говорить про меня, то у меня так, 10-15 секунд, потом все-таки ты успокаиваешься и приходишь в такое в обычное состояние. И сейчас будет небольшая пауза, но не в том смысле, что мы просто сядем и будем ждать маму. Ну, рабочая пауза. Да, да, мы пока поработаем, поработаем над новым материалом. Собственно, мы всегда в поиске. Мы будем выпускать композиции синглово, пока не планируем никаких EP. Ну, во всяком случае, там ближайшие полгода. Ну, то понятное дело, что точно осенью будет новый трек, это само собой разумеется. Вот, может быть, в конце лета что-то еще выпустим, посмотрим. То есть это же всегда еще так происходит достаточно внезапно. Поздравляю всех с началом лета. Я знаю, что все его долго ждали. Я знаю, как все мы его любим. Поэтому, друзья, идите навстречу солнцу. И главное, берегите себя. Это сейчас очень важно. Берегите своих близких, звоните им почаще, спрашивайте, как у них дела.